1% ВВП нашей страны. Это поступление в бюджет. Это будущее нашей страны. Всем крепкого здоровья, удачи, и чтобы все, то, что люди хотят, мечтают, все сбывалось. Поэтому всего самого наилучшего. С нашим праздником, с Днем Металлургов. Привет, Запоріжжя! Хотілося привітати вас, працівників гірничо-видобувної промисловості та металургії! День металлурга – это праздник сильных и мужественных людей.